Внимание, друзья! Я долго думал, выставлять ли это видео, потому как для меня это был действительно трудный вызов. Я сильно мучился, ведь съесть 6 пачек бинбузлд – это жесть. Надеюсь, вы досмотрите это видео до конца и оцените его. Привет, дорогие друзья! Ну вот и пришло время выполнить обещание, которое я дал нашим подписчикам. Давайте посмотрим, как это было и что я вам обещал. Как только это видео наберет 2000 лайков, я съем для вас 250 конфет бинбузл. Вообще, я обещал съесть 250 конфеток бинбузл за 10 минут, не запивая. Точнее, запивая. У меня уже все перепуталось в голове. Но так как сейчас, друзья, в интернете новый тренд, и все кушают не запивая, и всем это нравится, я решил видоизменить наше видео, и сегодня я буду есть 250 конфет бинбузл, не запивая. Но в любом случае я буду стараться их съесть побыстрее. Возьмем такую тарелочку. Я думаю, сюда должно поместиться 250 конфет. И еще, друзья, у меня есть 4 упаковки с конфетами бинбузл. Я, правда, не знаю, сколько в каждой из них. Будем открывать и считать. Давай посчитаем. Правда, интересно, сколько здесь. У меня вообще будет 250? Так, ладно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 41 конфета. Интересно, в каждой пачке одинаково? Давайте посчитаем сколько другой. Только эту пачку я выставлю на стол, чтобы не смешивать. Вот они, красавцы вонючие. Вонючие козявки. 1, 2, 3, 4, 5, 40, 41, 42, 43. Итак, 43 конфетки здесь и 41 здесь. Соединяем их вместе. Итого 84. Ну что ж, поехали дальше. 41. Итак, добавляем еще сюда 41. И получается 125. Ну, видимо, мне придется доставать заначку, потому что явно уже не хватает. Всыпаем. Ну и пересчитаем, конечно. 42. В общем, у нас получается 167 конфеток. Так, где мои заначки? Ага, вот. Вот моя заначка, она уже открыта. Я здесь что-то уже делал, пересчитывал. 40, 41, 42. Плюсуем еще 42 конфетки и получается 209. И еще нужно 41 конфетку найти где-то. То есть еще одну пачку, по идее, да? По идее, да, еще одной пачки не хватило. Но у меня есть другая пачка. Другая пачка, где она? Вот она. Игра-рулетка, она еще целая. Или не совсем целая. Но конфетки в ней присутствуют. Надеюсь, хватит. Давайте считать. Так, раз. 37, 38, 39, 40. 41. Сорок одна конфета. Ура! У нас даже еще осталось в запасе 4 конфетки. Все конфетки. Больше у меня дома не осталось. Конфет бинбузл. Все здесь. Все 250. Кто будет пересчитывать? Ты готов считать? Поехали! Ты знаешь, надо распечатать и маркером зачеркивать. Ну почему нет? Кто как хочет, так и считает. Главное убедиться, что я вас не обманываю. Но вы же знаете, друзья, что у меня в челленджах все по-честному. Я никого не обманываю и показываю все так, как оно есть. Если это возможно съесть, значит возможно. Невозможно, значит невозможно. Итак, друзья, стакан воды для соблазна попить и 250 конфет бинбузл. Кто бы сейчас хотел из вас оказаться на моем месте? Я прям не знаю, как это все скушать, чтобы вам было интересно, потому что это реально много. И надо будет очень много жевать. Буду брать просто горстями и ускорять сейчас видео. И, ну, в общем, как-то вот так. В этот раз по вкусам я не отделял, поэтому буду брать просто горстями. Ну, даже не знаю, сколько здесь. И жевать. Фу, собачий корм попался в нос. А что для тебя самое противное в этом? Наверное, блевотина и собачий корм. Вот сейчас его очень много попалось почему-то.
Мне кажется, в детстве все пробовали собачий корм. Нет? Мне кажется, я тоже пробовал, да. А вы пробовали? Проблема в том, что эти конфеты становятся очень тяжело жевать. Они слипаются в такую массу, которую хочется просто запить. Запей? Да. Справимся без воды. Будьте уверены. Итак, первую жменьку я съел, переходим ко второй. Здесь у нас в приоритете зубная паста и собачий корм опять. Это чрезвычайно долгое видео. Ну, для меня. Во рту нету вкуса вкусных конфет. Реально такое ощущение, что жуешь зубную пасту, смешанную с собачьим кормом. И очень сладко. А сколько сахара здесь на 100 грамм, интересно? 61. Обалдеть. 61 грамм на 100? Да. Это штука сахара съем. Да ты не съешь. Почему я не съем? Да это ужасно много. Что-то казалось, так мало выглядит, а теперь я представляю, как долго ты жменьку жуешь и сколько тут еще. Ужас, столько сахара. Реально приторно сладко. То есть тебя смущает не... Вкус нет, нормально, я уже привык. Уже не раз съел. Сука, видео мы с ними снимали. Фу, зато от тебя теперь так пахнет. Да. Третья жменька, да? С жареным луком, зубной пастой. Вообще непонятно, запах такой идет отсюда. О! Я хоть 100 съел сейчас, интересно? Нет, наверное, еще, да? Думаю, что еще нет. В лучшем случае 50. Не, больше. Это жесть. Фу. Блин, теперь хочется реально пить. Уже больше не хочется. Уже четвертая, да? Угу. Вообще не хочется. То есть, получается, 60 ты только, да, пропустил? Да, да. В общем, признаешь, что ты сдался, и мы закончим. О, фу, я уже жить их есть не буду. О. Ну, убейте меня, а. Фу. Мне казалось, это будет проще. Зачем я это вам пообещал? Фу. Хорошо, хоть зубы не болят. Пока. Пока. Завтра к зубному. На вкус уже вообще все равно. Что там, как? Очень сладко. Ну, я тебя хочу порадовать. Здесь зато жира 0%. О, 0% жира? Хочу тебя порадовать. Сахар превращается в жир, когда его очень много. Это лишние калории. Ах, уже тяжело глотать. С водой я могу просто закинуть и запить. Закинуть, запить. Так давай. Вообще надо было с водой реально снимать. Чего я вызвался этот, не запивая? Боже, сколько сахара! Ну и эти конфеты. Ты даже понял, если не съел, мне кажется. Это жесть, это трудно. Короче, я делаю ставки, что ты не справишься. Я должен справиться. Я видел видео, как люди снимают, блин, по полчаса эти видео, не запивая. Мне кажется, так скучно, вот это вот полчаса сидеть и смотреть, как люди их просто хавают, не запивая. Люди смотрят. Напишите, в чем прикол этого видео? Ничего прикольного, я просто не могу уже. Аж сладко. Прикольно смотреть, как ты мучаешься, да? Угу, спасибо. Ах,
блин, убейте меня, правда. Сейчас это видео увидит моя мама и скажет. Вот прямо сейчас позвонит и скажет. Но мне кажется, на Ютубе я еще не видел, чтобы кто-то съел 250 конфет. На время или просто. Мне честно кажется, это самое ужасное, что я ел. Ну, и все, что я ел на время даже. Осталось совсем чуть-чуть. Когда же они закончатся? Я думаю, штук 100 осталось. Это ужасно, это приторно-сладко, тяжело жевать, тяжело глотать. Это катастрофа просто. И заметьте, уже не идет речь о том, что там собачьи кормы или зубная паста, уже все равно, да? Просто сладко. Я сейчас все больше и больше хочу пить. Все больше и больше. Боже, как хочется воды. Раз, два, три. Я ненавижу Джелли Белли больше. Все. Я не могу. Пока есть слюна, еще можно глотать. Там просто катастрофа, там пустыня. Там просто сахарная пустыня. Сахарная пустыня Сахара. Это ужас какой-то. Я бы уже с удовольствием сдался, но... Ну, осталось-то, может быть, справлюсь. Меня уже аж передергивает. Понюхай, может, просто. Было бы хотя бы 200. Вот надо сказать, 250. Почему не 200? Почему не 150? Боже, дай мне сил. Ты какой-то грустный стал. Слушай, 60 грамм сахара в одной пачке, да? Угу. Сколько я открыл? 5? 6 пачек? 6 пачек? 6, можно сказать, да. Это еще... 360 грамм? Ты представляешь, это почти полкилограмма сахара. Это почти полкилограмма сахара вот так съесть. Не запивая, друзья. Сдавайся. Да. Запей. Хоть и медленно, хоть и так, но я доем. Вот то, что ты трясешь головой, это помогает? Угу. Отстает. Я уже не могу проглатывать. Попробую сразу все. Блин, они поместятся вообще? Так будет быстрее, наверное. Не знаю. Короче, мы верим, что ты можешь. Сдавайся. Окно взорвало, упало. А когда я проглочу, можно забивать сразу? Нет. Как я? До утра не пей теперь. Угу. Я не могу больше. Не могу проглотить, не могу жевать, ничего не могу. А вроде получилось. Друзья, я справился. Я, честно говоря, думал, что 34 я потом для прикола так. В конце так, в легкую, хоп. Мол, смотрите, 254. Нет, я... Не хочу их даже видеть. Ну что ж, друзья, учитывая то, что в одной пачке 45 грамм конфет, вот здесь написано, значит, я съел не 350 грамм сахара, а наполовину меньше. Ну, 170, может быть.
Это радует, это радует. И то я уже думал, такая катастрофа. Друзья, не просите меня больше никаких челленджей с этими конфетами. Бин-бузл для меня закрыт. Нет, нет, нет и нет. Надеюсь, что это был последний раз, когда я их ел. Ну а свое обещание перед вами я, друзья, выполнил. Надеюсь, вы это оценили. И я думаю, сейчас я могу вполне запить. Или не могу? Нет, давай уже не буду, а то потом напишу, что это было нечестно. Все, друзья, ставим лайки, оцениваем это видео, подписываемся, если вы еще не подписаны. Ждите новые выпуски, всем пока. Папа красавчик, нет? Ты так не считаешь?